Ну, у меня была гематома, спазм большой из-за этого. Сейчас потихоньку восстанавливаюсь. Вот мы пока в индивидуальном порядке тренируемся. Разминаемся с командой, а потом у нас своя программа есть. Вот, тихо-тихо восстанавливаемся, полегче уже стало. В дальнейшем скором планируем уже в общей группе тренироваться. А так пока все нормально, тренируемся, как всегда. Жарақатым Қоқан намаз қылғанда алдында махаббатты ойнағанды. Сіз заманды қайырып кеткенді. Жарақатымды тілен жарайанды Құдайға шүкірінде кетті. Енді үшінші дәуірден бастап, Құдай қаласа жамағымызды жолдан береміз деген. Түшінәрлі. Үмімі алғанда Локомотив жамасыны бірінші дәуірді көрсеткен ойыны ва қайт еткен нәтижесі торысты фікірілені білмақ жүрім. У нас был достаточно хороший, мы вот закончили на первом месте, это дает преимущество на второй круг. Вот. Хорошо закончили, в принципе, подготовились хорошо, за это так и закончили первый круг. Надеемся, сейчас еще лучше подготовимся и будем настраиваться ко второму кругу. Birinchi o'rinni egallagan sabab qishda bo'lgan o'quv jarayonlarida juda yaxshi tayyorgarlik ko'rgan edik. Kamchiliklar har doim topiladi, o'qishda shu davraga. Xudo xohlasa, mana yaxshi tayyorgarlik ko'rib, ketayotgan o'rnimizda chempionimiz. Tushunarli. Vaqt ajratganlar uchun kattakon rahmat. В каком году там Локомотив основан или еще вот такие вопросы.